сложнее здесь было. Здесь сложнее, если сказать. Во-первых, специфика другая была уже работы. В основном по железке работали. А здесь нужно было заливать все. В основном вылезти из глины. Тут же был такой ужасный проект такой. Было вообще. Мы приехали, здесь даже не мог трактор проехать. Вот это вот все сейчас построено. Грязь вот это. Да, это было. Трактора у нас тут просто помирали. Ну ничего. Вылезли. Прежде всего, от имени российских железных дорожников позвольте поздравить вас с этим событием, к которому мы шли достаточно сложно и долго. Но самое важное, что, как гласит хорошо известная поговорка, дорогу осилит идущий. 우리는 지난해 9월 바로 이 자리에서 나진 핫산사의 철도 구간 개통을 온 세상에 선포한 데 이어 오늘은 나진항 3호부도 준공식을 железные дороги должны находиться вне политики, хотя понятно, что массовые перевозчики, компании, в которых сосредоточены большие массы людей, конечно же, они так или иначе влияют на внутреннюю политику, реализуют такие масштабные международные проекты, частично используются государствами для реализации определенных внешнеполитических целей. Что касается этого проекта, вы знаете, что существуют планы по восстановлению транскорейской железной дороги. Я не считаю возможным дискутировать вопрос о перспективах экономического сотрудничества или объединения на Корейском полуострове, но глубоко убежден, что развитие экономических связей, безусловно, будет способствовать стабилизации и нормализации обстановки на полуострове.